Здравствуйте, мои родные. Кто не рад, тоже здравствуйте. А в этом видео сейчас расскажу, почему жители нашей страны самые бесправные люди в мире. Наши руководители об нас вытирают ноги. В прямом и переносном смысле. А мы не можем объединиться и дать понять им, что мы против. Да, мы там по всякой собираем подписи, как дурачки. Миллионы подписей, всяко разным, против каких-нибудь законов. А вот они там плюют на нас сверху. А почему так произошло? А потому что давно-давно, ну не так давно, когда образовалась фейковая страна РФ, твари сделали такой закон. Первый закон. Запретили забастовки. Ну как запретили? С разрешения тех, надо спросить разрешение у тех, против кого и будем бастовать. И второе, самое главное, что они сделали. Нехороший закон, который все проглотили, не поняли. Эти твари сделали закон, который якобы для людей, а сделали больничные листы, оплачивают государство. И это хитрость, которую нам спакостили, а мы не поняли. Почему спакостили? Потому что во всем мире больничные листы оплачивают профсоюз. Даже в старой стране нашей, в Советском Союзе, был профсоюз. Везде. И он оплачивал больничные листы. Да, профсоюз был не настоящий, не свободный, не независимый, да был зависимый и не свободный. Но оплачивал. В капстранах должен независимый профсоюз. А чтобы профсоюз появился, нужно сделать что? Заманить то людей. А как заманить? А сказать, мы тебе больничные будем платить. И будем следить, чтобы тебя не уволили, пока ты на больничном и так далее, и повышать твою зарплату. А сам стержень, как заманить профсоюз, твари нам это убили. И поэтому профсоюзов независимых в нашей фейковой стране РФ нету. И что же происходит? А теперь мы не можем объединиться. Вот смотрите, как в странах соседних, то авиадиспетчеры бастуют, самолеты вообще не летают, то еще что-нибудь, то там заправщики бастуют. И ничего не могу сделать, потому что виноват кто? Профсоюз. Сказал ли жителям выходить, забастовку и так далее. И правительство обязано на это влиять уже, как, ну, соглашаться с этим. У нас же, только повторяю, только письма пишут, подписи собирают, как дурачки. Вот и все, рады мои. Вот так нас и разъединили. У твари закон, разделяй и властвуй. Вот потому-то мы все, жители РФ, бесправные. До свидания, рады мои. Подписывайтесь на мой канал. Лайки, дизлайки, комментарии. Дальше что-нибудь такое веселое расскажу. До свидания, рады мои.